Второй чемпион мира по скакалочке. Во втором классе второе полугодие. Ну давай бомбой или как ты? Или щучкой? Постом! Здесь я буду Людочку, как говорится. Ну, вы сами поняли, ёпти-мопти, но ванная комната, ребят. Вот такая вот унитаз, все по красоте, но... Короче, пожрать пришли и покупаться. Добавляется. Но... Да-да-да, Денис, ребят, мне тут все знают уже. Ребятки, привет, дорогие! Ребята, привет! 2 часа, короче, ночи, или сколько? 3 часа, да? Или 4:30? Ну-ка, посмотри, сколько время-то уже у нас? Ну-ка, покажи, сколько там? 4:09. 4:09, короче, 5:05. Мамулечка, спасибо тебе, короче, за косарь доната. Донат был косарь, короче. Донат был на что у нас косарь? На сауну, да? Вдвоем нам отдохнуть. Да, нам вдвоем отдохнуть. Так что, ребят, мы сейчас идем в сауну вдвоем отдохнуть. 1, 2, 3. Сауна 1500 стоит. Мамулечка скинула 1000. Ну ладно, как говорится, таксист всегда доплатит. 500 рублей у меня есть, я сейчас доплачу. Но если там есть места. Так что, ребятки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ёпти-моптиль, ну, все по красоте, да. И заходите к нам на стрим. Так что сейчас мы уже будем возле сауны. Давай, давай, пойдем. Пойдем, пойдем, уже замерзаем. 30 градусов мороза. Здрасте. О, прекрасно вообще. Прекрасно. Я закрою. Здрасте еще раз. В вашем доме. Ребята, короче, мы попадаем. Не, мы вас не снимаем, мы себя снимаем. Все. Все, понял. Мы просто блогеры. Знаете, да? Ребятки, спасибо вам за донатик. Все, мамулечка, спасибо тебе за денежки. Все, понял, понял. Все. Сколько мы денежек должны? Да мы часик. Нам скинули на часик. Говорить. Что там, вода как была в прошлый раз, нет? Ну и все прекрасно. Но в прошлый раз мы нормально, ребята, отдохнули. Так что все прекрасно, ребятки. Вообще нормально. Мамулечка, тебе спасибо за донатик от души. Все у нас. Сейчас мы денежку отдадим. Идем купаться. Сейчас мы вам покажем всю сауну, ребятки. Кто желает сауну? Сауна. Как сауна у нас называется? Ребятки, сауна Кристалл. Ванеева 8. Если кто желает, приезжайте. Да-да-да, Денис. Ребят, меня тут все знают уже. Сколько? 5, да? Это мы бездельники. Сидели, стримили, деньги закинули, сказали: так, братва, шуруем туда. О, запотело сразу, жара тут. Здесь жара, ребят. Сейчас я вас покажу. Вот такая вот, ребят, сауна здесь. Так, ребят, вот такая вот сауна, смотрите. Вот здесь, короче, вот здесь отдых. Сегодня здесь
Вот, все. Так, что у нас здесь с бассейном? Ну, вот бассейн, ребят. Включи, Людочка, там где-то есть. О, что-то включили. О, гейзер пошел, ребятки. Так, гейзер пошел, все. Так, душевая кабина есть. Вот здесь душевая кабина. Вот она. Если что, вот есть. Вот. Видите? Все. То есть это как полагается, смыть все детали. Все. Ну а вот сама это. Вот сама это. Как говорится. Туда заходить. Что-то там ничего не горит. Вот. Включилось. Все. Все, жара. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, тут жара, короче, вообще жесткая. Жесткая, ребят, жара. Да пусть она греется, мы пока искупаемся, как говорится. Ну а здесь, как говорится, интимная комната. Интимная комната. Интимная комната. Тут есть хоть свет-то, нет? Все. Здесь я буду Людочку, как говорится. Ну, вы сами поняли, ёпти-мопти, но все святое, как говорится. Чего там опять Людочка меня вызывает? Чего моя? Ванная комната, ребят. Вот такая вот унитаз, все по красоте, но... Зеркало светящееся, ёпти-мопти. Да, и зеркало светящееся. Я все чистенько, все аккуратно. Да, все по красоте, ребят. Спасибо. Спасибо за донат. Спасибо. На сауну. Вот мы отдыхаем. За ваш счет, как говорится. Да. Людочка уже готова. Что-то нету в бассейне. Позови ее. Где включается? А? Да ну как в бассейне нет света? Что ты гонишь? Я сейчас спрячусь тогда. Но. Ну, в смысле не пойдешь? Все, красава, ребят. Все, красавелла, как говорится. Давай, Людочка, ныряй. Давай, пойдем. Сейчас включу свет. Ну как, куда? Пойдем нырять. Давай, давай, иди ныряй. Все по красоте, ребят. Вот сауна пришли, все. Сейчас Людочка. Нырнет, как говорится, нырнет. Давай, Людочка, ныряй. Ныряй. Ну давай бомбой или как ты, или щучкой. Хвостом. Хвостом, давай, ебани, как говорится. Чемпион мира. Чемпион мира. По скакалочке. Но. В первом классе, в первом полугодии. Но. Шубилка. Давай, пошла. Да ладно тебе, ёк. Я тебе уже веревку за ногу привязал, если чё. Но... Чтоб я быстрее утопла. Не, я тебя вытащу. Да? Но. Раз. Раз, два, три. Все. Ну как оно, нормально, нет? По красоте, да? Да. Ну вылазь. Второй чемпион мира по скакалочке во втором классе второе полугодие. Шупи Денис Викторович. Спасибо, спасибо, мамулечка, спасибо за донат. Так что, спасибо, ребят. О, красавелла, ребят. Красавелла. Вода огонь, ребят. Вода вообще теплая. Вообще теплая, просто и чистая. Так что мы, ребят, купаемся, отдыхаем.
Всем добра, мира, позитива, как говорится. Короче, взяли с Майкой еще пожрать. Но. Красный? Но. Короче, пожрать пришли и покупаться. И погреться. Но. От души. Вообще. По красоте. Да? Да. Надо не знать, как это называть. Вот, от души, ребят. Респект. Спасибо. Спасибо вам за все, что вы сделали в этой жизни. На душе. Так что мы сейчас будем одеваться. Мы без трусов, как говорится, без трусов. Голожопенькие. Здесь мы вдвоем. И на пафигу. Пафигу. Да, Людочка? Угу. Людочка у меня кинооператор сейчас стоит. За кадром вы ее не видите. Только меня видите. Так что здесь вообще по красоте. Да, да. Все, ладно, до свидания. До свидания. До новых встреч. Спасибо, что не отказали. Ой, икота. Уйди от видота. Да, да, Людочка. Так что все, ребят. Спасибо, всем спокойной ночи. Мы пошли спать. Может быть. Как говорится. Ночь длина, там увидим. Все, ждем вас с лайками и подписками. До новых встреч.